Настольный теннис на передовой. Чемпион Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в этом виде спорта Виктор Дедух приехал в гости к бойцам АТО. Спортсмен сыграл с военными в настольный теннис, пообщался с ними, чтобы поднять боевой дух защитников страны. Удалось ли бойцам обыграть чемпиона, знают мои коллеги. Чемпион Паралимпиады в Рио Виктор Дедух настраивает свой специальный протез, в котором он играет в настольный теннис. Спортсмен решил научить любимой игре военных 30-й отдельной механизированной бригады. Сейчас она дислоцируется в Гранитном, неподалеку от Волновахи. Виктор признался, близкое расположение к фронту его не пугает. К бойцам он согласился приехать без колебаний. Дома тоже страшно. Постоянно что-то остается. Так что, ну, кто же, они же поехали сюда, то чего я не могу ехать. Зустрели добре. Добре, зустріли. Рада, що приїхав. Настольним теннисом Виктор занимается 25 лет. Раньше он выступал за национальную сборную Украины. Из-за страшной болезни, рака кости, спортсмену пришлось ампутировать ногу. Тогда Виктор решил играть за паралимпийскую команду. В Гранитное спортсмена пригласил его товарищ военный, который служит в АТО. Два роки назад познакомился с Володимиром Уресовичем, и мы разом готовили нашу сборную, но в плане того, что он працював в прокуратурі, і після анексії Криму нас забрали базу, де інваліди тренувалися. Ми мали де тренуватися, вони тренувалися у нас в спортзалі, де ми разом там зробили пандуси для інвалідів, туалети доступними. Мастер-класс по игре в теннис Виктор провел не только для военных, но и для местных школьников. Много чего не знал, знал много чего. Разумеется, что людина покидает свои справы, что действительно відчувається це, як він грає, незважаючи на те, що він немає тих признаків, що якісь негаразди, ну, ноги не хватає, і що він з протезом. Дійсно видно, що людина займається, полюбляє свою справу. Дійсно для нас честь для наших військовослужбовців. І діти Гранітницької школи також дуже задоволені такому приїзду, адже сюди не так часто приїжджають такі люди. Тому, можна сказати, ми доволі, що така людина завітала до нас. У себя на Львовщине Виктор планирует построить спортзал, где могли бы тренироваться люди с инвалидностью. Обещает приглашать туда и раненых воинов АТО. Надеется, что это поможет бойцам найти себя в спорте и не опустить рук.